Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Добрый день, друзья. Сегодня я для вас, вы со мной, будем рисовать петушка. Вы увидите, что петушка рисовать очень просто. Берем, рисуем овал. Посередине листочка. Второй овал поменьше. Наверху. Это голова, а это тело петушка. Теперь пририсуем шею петушку нашему. Глазик. Клюв. Гребешок. И бородку. Вот петух уже проявляется. Теперь нарисуем крыло. Крыло — это такой полукруг здесь. Его можно рисовать как полукруг. И большой полукруг — это будет наш хвост. У петуха всегда большой хвост и красивый. Вот такой полукруг рисуем. А здесь рисуем перышки. Вот так. И теперь рисуем перышки длинные. Продолжаем как бы полукруг уменьшать. Получается такой хвост классный. Осталось петуху ножки пририсовать. Ножки пририсовываем сначала панталончики. После этого такие тоненькие палочки. И, соответственно, сами ножки, лапки, коготки. Вот так я их рисую. А здесь шпоры. Смотрите, наш петух нарисован. Теперь я его раскрашу. Я возьму желтый цвет и раскрашу голову петуха, тело петуха раскрашу, тело петушка нашего тоже желтое, вот, и одно перышко тоже будет желтое, а остальные перышки я раскрашу другим цветом, вот так, желтый мелок. Теперь я хочу покрасить ему шею. Мне кажется, шея у петушка будет оранжевая. Мне хочется, чтобы она была оранжевая. Вот такая оранжевая. Покрасили. Панталончики покрасим тоже оранжевым. Полкрылышка покрасим оранжевым. Половина. Половина другим. И еще одно перышко оранжевым будет. Итого у нас получается... почти все нарисовано. Что еще я хочу сделать? Я хочу, чтобы красным цветом у него был хохолок, его борода, одно перышко в хвосту, вот она красная, и лапки красные у него будут со шпорами. Так. Нарисовали. Теперь я хочу, чтобы у него остались вот немножечко раскрасить. Я хочу, чтобы здесь был зеленый немножко. Одно перышко у него будет зеленое. Я возьму зеленый мелок и раскрашу зеленым его. Отлично. И перышко. Конец перышка, крылышек тоже раскрашу зеленый. Так, и осталось еще одно перышко. Я хочу, чтобы оно было синее, вот здесь, вот синее. Получается у нас такой цветной петушок. Осталось, что у нас осталось? Осталось только его клюв раскрасить. Я для этого возьму коричневый цвет. Мне кажется, клюв у петуха должен быть коричневый. Хотя, может быть, он и другой. Но мне такой коричневый будет. Вот такой петушок получился. Но чтобы было веселей, я нарисую ему травку. Вот так вот. Он будет ходить, мой петушок, по травке и клевать зернышки. А зернышки я ему тоже нарисую. Я возьму оранжевый. И нарисую зернышки, которые мой петушок будет клевать. Вот так. Рисунок готов. Петушок кукарекать будет, будет нас с утра. Пока, ребята. До новых встреч. Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Арт-папа для вашего малыша. Привет, я Ваня. Приглашаю вас в мою школу рисования для детей «Рыбакит папа рисует». 10 лет я рисую с детьми.
Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное — это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе «Рыбакит папа рисует»? Это, конечно же, курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки акварели. Они простые, но понятные, и ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью, чтобы было... первый опыт. Также смешанные техники, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью, есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год, когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить в школе «Рыбакит папа рисует». Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. А такие встречи могут быть постоянны, по желанию родителей. Еще одно предложение в школе рисования «Рыбакит папа рисует». Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале «Рыбакит». Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил, и это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы «Рыбакит папа рисует» — это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня!